Кукольный дом драмтеатра имени Лермонтова готовит премьеру. Она состоится 26 мая. Сейчас идут финальные репетиции. Кукольный дом – драматический спектакль по пьесе Генрика Ибсена. Главная героиня – Нора, молодая женщина, мать троих детей. Супруга адвоката, недавно назначенного большим начальником в банке. Новая должность должна принести семье небывалый доход. И Нора уже предвосхищает будущую безбедную жизнь. На первый взгляд кажется, что женщина легкомысленная, транжира, красивая кукла. И только по ходу спектакля раскроется глубина ее души. И всплывет тайна Норы, которая поставит на кон такие понятия, как семья и любовь, дружба и свобода. Премьера намечена на 26 и 27 мая. В конце 19 века, когда ее написали, это был прям бум невероятный, потому что пьеса считалась феминистической. На сегодня ты читаешь и думаешь, ну, как бы женщины могут так поступать, и они тоже люди, как говорит героиня этой истории. Но тут есть тема, которая, по-моему, все еще пульсирует. Да? То есть в тот момент, что люди, даже самые близкие, им порой очень сложно понимать друг друга. Нужно все-таки доверять, да? Нужно хотеть этого обоим.